В прошлом году пересадила свой фруктовый кустик. Я его из семечки вырастила. И вот он поднялся, поднялся, я его решила. Вначале я его пересадила в общем, за дом, а потом решила это, думаю, все-таки это мое. Я его пересажу себе в сад. Вот его пересадила в одно место, потом вот на другое, это вот последнее. И он что-то задумался. Вот, листья у него были. Потом листья это не пожелтели. Я думала, наверное, он умрет. Вот, но я это надеялась на лучшее. Его поливала, 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 поливала. И вот у него появились новые листики. Видите, вначале тут появился первый, а потом уже по веточкам пошло. Это очень вкусный фрукт. Называется савр суп. Насколько я знаю, люди говорят, что он лечит рак, лечит диабет. Вот. И ну, он такой кисло-сладенький и кремовый по консистенции. Вот. Ну, люди едят, вроде он неплохой, вот, вкусный. Поэтому, видите, веточка обломалась, так я его это заклеила скотчем. Все, что под рукой было. Вот, и вон, слава богу, живой, жив здоров, слава богу, то был бы вообще бы огрызок какой-то. Так вот я. Ой, господи, боже мой, какой ужас. Паук там был, я вообще их очень боюсь. Ой, какой кошмар. Вот, и такого дерева. Не ожидала, что там паук будет сидеть. Ужас.